я. Крит Ретимна, 12, 12, 20. Но уже зима. Теперь можно смело сказать. Да и по погоде на Крите реальная зима. У нас холодно. Сегодня, завтра по Криту дожди. Вот перерыв дождя. Выбрались покупаться. А вон и дождик у нас идет. Вау! На Крите хорошая погода в любое время года. Скажи мне, чем напоминает горизонт? Привет, Крита! Всем хороших выходных и хорошей погоды! Сегодня суббота, дождь, и Кристина с подругами на детской площадке. Вчера полиция разогнала здесь людей. Почему? Потому что вечером собирается довольно-таки много детей. Что интересно, что при первом, что и при втором карантине. Подойди ко мне, ко мне, расскажи. Разброшено. Вот, все разброшено, все порвано, все отключено. Так а что случилось? Водопровод сломали твой, что ли? Да. А кто сломал? Иди расскажи в камеру, иди, пусть им стыдно станут. Расскажи, иди в камеру, расскажи. Кто сломал водопровод? Это такие дети и мальчики, они шли сюда, и вот эти трубы отключали. Ужас какой! Это же форменное безобразие! Как ты думаешь? А? Да! Форменное! Где-то веревку. Ну какой-то, ну у тебя сила, может, плохо кушаешь? У тебя плохая идея. Почему? Ну что, друзья, зима на Крите продолжается. Сегодня у нас 12 декабря 2020 год. Уже скоро и Рождество. Как и говорил, в этом году зима у нас холодная. Началась с ноября. Почти в ноябре вообще можно по пальцам пересчитать солнечные дни. В декабре погода похожая. Правда, поменялся ветер, меняется на южный. Поэтому сегодня, как мы видим, у нас дождливо. Вот, но тепло. Сейчас, наверное, на улице плюс 14, может быть, 15 градусов. Вот стою расстегнутый, в общем-то, мне совсем не холодно.
Купался в море, вода еще по заходу в воду нормальная, то есть нет такой холодной, думаю, градусов 17, 18 навряд ли будет, 17, может около 17 градусов. С водяной канализацией на Крите все в порядке. У нас за это зимой ответственный мастер Саша, мастер Александр. Поэтому вся вода уходит в море. Вот Саша только что смонтировал новый водопровод. Александр, что вы скажете? Как новый водопровод у вас? Хорошо работает? Хорошо. Только не знаю, как его отмыть и отнести домой. Зима напомнила о себе. Воскресенье 13-е. Успел поснимать, поплавать. И начинается дождь. Калимера, Фили?
понедельник, но все рыбаки на приколе. А вот здесь у нас греется на солнышке Вадик из Стокгольма. Из холодного, сырого Стокгольма. Но ему в этом году не повезло, он попал на холодный Крит. Пока-пока у нас холодно. И мучается бедный. На скамеечке в порту около символа Ретимна. Это у нас два дельфина. Сидит Константинос. Он здесь любит по утрам кофе пить. Калимера, Константинос. Привет. Как позабавись? Хорошо. 200 спартафлов. 250 километров. Έχω τρέξει αυτά μου, καπός μου. 50 μαραθώνες, 50. 50 раз Константинос бегал марафон. Μπράβο, μπράβο. Сейчас ему 65 лет и потихоньку бегает еще.